Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья. Вот мы находимся в сахурском селении Новый Мечтеш в Абуртовском районе. Здесь строится новая мечеть, старую они убрали. И альхамдулилля, вот новая мечеть строится. Вот Рамазан, имам, когда вы намерены завершить эту мечеть? Иншалла, сейчас до зимы собираемся уже покрышим. Месяц Рамадан, намерены Рамадан уже полностью завершаем. Иншалла. И хочется поблагодарить всех людей, которые спонсоров, которые поддерживают эту стройку. Пусть Аллаху Тааля благословит вас и ваши семьи. Аминь.